Друзья, всем здорово, всем привет. С вами канал Охотничий Простор. Это Меча. Я его ведущий Александр, оператор Виталий. Можете нас поприветствовать. Продолжаем тему отстреливания нержавейки. Значит, в предыдущем ролике увидели отстрел 0.25 тестовой нержавейки. Она не в продаже. Это только тестовые отстрелы. Смотрим, что получилось, как работает устройство. Значит, и следующий у нас, соответственно, очередь, это будет 0.5 нержавеечка. Прогресс 0.5. Вот, значит, все то же самое. Висят три мишени, 35 метров. И начнем. Значит, первая пойдет у нас шестерка рекорд, 32 грамма контейнер. Дальше четверка Сибирь бесконтейнерная, 32 грамма. Саня, спасибо. Вот она пачка. Я рассказывал, что подписчик подогнал нам на тест, купил целую пачку. Так, нет, неправильно. Вставил я. Сначала вставить надо троечку. Троечка будет премиум, 36 грамм. Искра премиум. Это у нас сначала встает троечка, потом четверочка. Погнали. Слева направо, значит, 6, 4, 3. Готов? Давай, Саня. Ну, рекорд, я так и думал, что будет не выброс. Четверка. Тройка. Так, вот эти сразу на выбор гильзы, они нам не нужны. Пойдемте смотреть. Так, на рекорде, значит, у нас вообще интересно. Так. Вот он, нераскрытый пыш-контейнер. Причем его вообще хрен раскроешь. Угу. Это рекорд. Отчего вот здесь вот получилось небольшое окошечко. По четверке, значит, претензий вообще нету. Нормально. И троечка искры тоже стрельнула достаточно достойно. Так, это у нас главпатроновский пыш-контейнер. Тоже главпатроновский. Вот он, наверное. Да, открытый полностью. Так, ну, давайте отмечаем и включаемся. Шестерочка рекорда дала результат 249 дробин. Результат отличный, вот если бы не открытый, если бы полностью открылся пыш-контейнер. То есть я вам показывал, да, вот вследствие чего получился вот небольшой прогальчик. Ну а так, в целом мы видим, что насыщение хорошее. Центру, вот, даже можно таким беспонтовым патроном по сути добывать. Дальше переходим. Четверка бесконтейнерная Сибирь. О, на соколе 2,3 на 32, причем бесконтейнерная четверка. Результат более чем, я бы сказал, отличный для бесконтейнерного боеприпаса. Смотрите,
какая получилась мишень. Ну, я бы поставил ей на четверке 5 с плюсом. Еще не каждое ружье несет четверку. Это такой капризный боеприпас, как и шестерка. Ну, шестерка, ладно. Вот как четверка и двойка. Вот они у нас вообще капризные боеприпасы. С ними надо работать. Вот вставили первый патрон, и как бы она сразу стала делать результативность и приносить свои плоды. Дальше, троечка. Искра премиум 36 грамм, 133 дробины. Тоже считаю выстрел на 5 с плюсом. 36 грамм. Смотрите, оцениваете, как работает нержавейка 0,5. Я бы ей поставил тоже вот этой картине 5 с плюсом. Чуть-чуть дернул ствол, выстрел ушел левее. Перевешиваем мишени и отстреливаем следующий боеприпас. Едем дальше. Тот же самый фетр, магнум. Не знаю, какая тут граммовка, как они хранились. Старые боеприпасы. Подогнали. Единица. Три нуля. Уже не папковая. Уже, значит, пластик толстый. Ну, вот тут живело у нас. Три нуля. Посмотрим. Тоже советский боеприпас. Ему вообще лет 35. 30-35. Азот практик, картечь 6,2. Под хрустик. Так, начинаем с фетера. С фетера магнум. Левая мишень. Готов? Давай. Есть. Три нуля. Угу. Середина. Конфетти полетело. Смотрите, какой пластик толстый. Ух. Ух. Пахнет. Пахнет. Советским. В прошлом. И картечь правая. Куда дальше? А она зачем нам? Пусть там и лежит. Такие гильзы нам не нужны. Идем смотрим. Единица. Три нуля. И картечь 6,2. Отмечаем попадание, включаем. Единичка. Давай результат. 94 дробины. Фетер магнум. По низу мы еще видим две дробины. Это мишени меньше. Вот. Раз. Два. Достаточно неплохой результат для непонятного боеприпаса старого. Переходим дальше. Привет из прошлого. Три нуля. 35-летней давности. Тихо, не шлепнись. Скользко. 40 попаданий. Тоже достаточно неплохо для старого боеприпаса. И значит, картечь 6,2 азотовская. Азот практик. 24 попадания. По козе, по бобру, как вы считаете, можно работать? Да. На 37 метров. Я считаю. Как вам, ребят, вообще нержавейка? Первые впечатления. Напишите свое мнение в комментариях. Будет интересно почитать. Не просто так, да, что посмотрели. А, посмотрели.
и хер с ним. Посмотрели, хотя бы написали, да, что-то, свое мнение там, хоть что-то написали, оценили, да. Будет интересно по-любому почитать ваше мнение, вот. Переходим к отстрелу 0,75-го. Сужение, значит, нержавеечки, его увидите в следующей части. Ну, а с вами был канал Охотничий Простор Это Меча. Подписываемся на канал, ставим за труды палец вверх, если понравилось. Если не понравилось, палец вниз. Всем удачи, всем пока.